Дело во мне, к сожалению. Да. Тут настолько страх. Угадали. Да невообразимый страх. Всем привет, ребята, с вами Генкосплей, и я сегодня играю в игру, продолжаю играть в игру Sims Outruns. Бар, почему ты так разговариваешь? Смотри, так можно деградировать, весь город сошел с ума, камеры слежения, таинственные фургоны, скрепленные круги. Это все как-то взаимосвязано. Может, полиция что-нибудь знает? Ну? Как долго сдало? За несколько монет. Найди сапопигами и собери за отделенное время деньги. Буду стараться. Деньги! Садись в машину. Это странно, кстати. Он реально разговаривает как невменяемый. Я даже не села. На ночной Спрингфилд такой красивый. Да, слепла. Очки не надела. Ни хрена, это как это? Покурить Сэфом Вигом. Зато я успела. Здорово, Сэф. Вигом. Мне нужно узнать, что случилось с Бартом. Ты не покажешь мне, где находится этот скрепленный труп? Там должна быть подсказка, как вылечить Барта. Это мило. Я бы с удовольствием помог, но у меня полно дел. Мне нужен сахар, и обезьянка уже кричит, она хочет сахарку. Какая обезьянка? Ты чё совсем с ума сошёл? Ой, бля. А чё мне делать? Я поняла. Что это сюда положили? Смотри, без рук. Блин, кто там за рулем? Вообще Гомер Симпсон, что ли? Или Клин Косплей? Фу, собрала, ей-богу, ужас какой-то, ребята. Полный просто. Ух. Выезжаем отсюда нахуй. Мне вообще не нравится это город. Нафига. Да, блять, я вижу. Я водить вообще не умею. Дом Клетуса. Надо было мне обувать другие. Нахрена у тебя за... А мне плевать, что вы из Нью-Йорка. Вы не имеете права делать снимки ни для какого журнала. Ни за что. Нет, это я, Марк. Да ладно. Деревенская встреча. Следует за Клетусом, собирая предметы. Опять? Который выпадает из него... А, из его грузовика. Ничего не упусти. Это не от меня зависит. Где? О. Но он тут все ненормальный хрен. Бля, ну я перепутала кнопки. Да уйди ты, блин, встретились с тобой. Не в том месте, не в то время. А я расстроена. Куда он поехал? Все едут на эту радиостанцию. Чё вам тут медом намазано стали?
блядь, нужно тормозить перед тем, как ехать. Упси. О, нет, нет, не ослеп. Слава богу. Короче, девочка заканчивает первыми, блядь. Или заканчивает быстро. Это руку делал мужик для детей, но с какими-то порслыми моментами. Поймала. Пиздец улетает. Ни хрена себе! У меня еще этот врезался. Светофор. Дело во мне, к сожалению. Да. Тут настолько страх. Угадали? Да невообразимый страх. Эти сконяться с ним я не буду. Ей-богу, наконец-то. Как она танцевала забавно. Куда теперь ехать? Погоди с Кратусом. И с этим Кратусом, знаешь, как бегала? Я его убить-то готов. Ты, Клятус, я тебя не просто не люблю, я тебя ненавижу. Скотиня, кондерногая. Давай, давай. Ты должен мне помочь, я хочу выяснить, что с моим сыном. О, прости, я принял тебя за другого. Но я тебе все равно ничего не скажу, пока ты не поможешь нам с урожаем. Да блин, о, ты охренел. Если я должна буду выполнять работу на улице, то лучше ее заменить. Или свое следующее задание я выберу себе сама. Чё? Не запасть кондитерку, купи в комнате, в комнате Барта, в Спрингфилдской начальной школе, или в Квиклаке, в Квикмаркете за 300 рублей домашнюю одежду. Марк. Чтобы собрать одежду, мне нужны деньги, которых у меня нет. Побежали? Ни хрена. Бля, вот. Чё я крутюсь-то? Крутю, верчу, всех обмануть хочу. Есть! Е, я в комнате Барта. Вот это вот, во, вот такая заставочка. Офигенно. Так. Ну, тут в принципе ничего полезного. Куча только до хрена красти. Фух. В смысле? Какую надо-то? Давай стиральную. Наверное, Настя тается. Пока они красивые. Валим отсюда. Наконец-то мне это место надоело уже. Зато мы с вами теперь приобрели новую одежку и сейчас пойдем к этому уроду. Так, теперь знаете, как сделаем? Не, какой мы промесь? Нет. Так, логика кетчупа. У кетчупа не логики нет. Помоги Клиту собрать за зиму пакеты кетчупа. Я буду стараться. Надеюсь. Это нужно невообразимое большое количество. И сразу мне врезается, блядь. Ты вообще водить умеешь, сложная. Мне нужны эти пакеты, чтобы был корм на зиму. Помоги мне достать их. Ай, бля, вот ра. Хопа, мне было.
Посередине бегает псих. Псих. И не мой. Есть. Надеюсь, не говорю, что мне потом придется их отвезти. Я на это не пойду все равно. И не надо здесь убираться, не надо, не бойтесь. Вот, отлично. Кем? Гансом? Я прошу прощения, вы не могли бы мне помочь? Я прячусь от полиции. Если полицейские найдут меня, то сразу же бросят в тюрьму, а я не переживу еще одной ночи в тюрьме. Скажите, вам не доводилось видеть скрепленные круги? Да, точно, он упоминал соединенные круги один раз. Давайте поторопимся домой, пока полиция не закрыла двери. Отлично, блядь, теперь гонка. Обоздаю, блядь, это было. Да не обойду я его. Куда? Теперь третья гонка, блядь, пиздец. Дедушка, тебе что-нибудь известно о рисунках на полях? А, что? Я не могу прямо сейчас рассказать тебе про скрепленные кольца. У меня украли таблетки. Из них мне скоро станет плохо. Тебе не нужен судебный процесс. Собли хулиганов лекарства, не упусти ни одного лекарства, пока есть время. Юкарный бабай! Симпсон, к вашим услугам. Как это 30 секунд? Туда доеду. Да уйди ты от меня, бред, дурак! Да я туда доехал, я доехал в школу. И потом мне куда-то уезжать. Ну ладно, я туда пойду вперед. Нет, нельзя. Как ты мог пойти на кражу лекарств у старого человека? Отдай их мне. Мы обменялись на это с ребятами в черной машине. Посмотри, здесь есть интервью с одним человеком. Опять гонка.
Куда ехать? Найти чё? Найди перед сколы черный седан. То есть разворачиваемся. Мне больше затерзает вопрос, как я обратно доеду. Не хочу я миссию пройти. Что-то за чёрным седаном. Что? Собирай! Опять та же история, ёкарный бабай. Исследовать и собирать. Дай-ка я одежду себе сначала поменяю, нормальную, мне эта одежда не нравится. Ну вот, моя оригинальная вас. Вар, тебе знаком этот дизайн? А, эта кола контролирует сознание, они доставили тонны этой колы на своем инопланетном корабле, они используют ее, чтобы свести жителей города с ума. Слава богу, ты ушел со своей тренировки, мне было так скучно. Позже я иду играть. Слишком много конспирации. Мне нужно больше мощности. Я же офицер Марч. Нахрена? Полицейскую форму. Издеваются. Никто так не издевался надо мной с помощью денег, как Марч. Ладно, ребята, это ему купим за следующей серии. Всем пока, с вами был Игорь Косплей, естественно, половина полезного таза. Всех люблю, с вами был Игорь Косплей, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите бодрые комментарии, хотите, чтобы я опять бросла Симпсонов. Все, люблю, всех целую, пока-пока-пока, косочки. Вот такая у нас ночка. Вот так гораздо лучше. Повернулся пока мне. Заводная. Все, люблю, всех целую, пока-пока-пока, косочки.